Значимую часть своей речи Владимир Путин посвятил новым регионам России, Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Сейчас в субъектах восстанавливают школы, больницы и всю коммунальную инфраструктуру. Регионы интегрируются в правовое поле России. Это значит, что люди смогут воспользоваться всеми социальными гарантиями страны. Как сенаторы новых регионов, конечно, мы услышали самые важные акценты. Это усиление и продолжение процесса в интеграции новых регионов в правовое поле, в политическое поле Российской Федерации. Это полное обеспечение социальных прав. Конечно, очень важно было для нас услышать, что материнский капитал будет выплачиваться и семьям, в которых появились дети после 2007 года, как это и действует во всей Российской Федерации. Мы понимаем, что мы уже полноценно входим в большую Россию. В Луганской Народной Республике приняли программу развития здравоохранения до 30 года. Восстанавливаются больницы и поликлиники, работают и передвижные диагностические пункты. Таким образом, жители проходят медосмотры. Сегодняшняя речь главы государства определила новые перспективы развития новых регионов, отметила сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова. В сегодняшнем послании очень много было про будущее, в том числе про развитие наших новых регионов. В частности, были затронуты такие сферы, как развитие жилищно-коммунального хозяйства, как строительство дорог, как развитие образования. Все это для наших территорий очень важно, потому что мы сейчас, но если корректно так будет сказать, возвращение к нормальной жизни. И поэтому, конечно, мы сегодня впервые в полной мере относим послание, с которым президент обращается к гражданам Российской Федерации, к Федеральному собранию и к нам. Для нас это историческое событие. Регионы активно подключились к налаживанию нормальной жизни в регионах. В Херсонской области планируют развивать туризм. Сейчас идет восстановление необходимой инфраструктуры, рассказал сенатор от региона Константин Басюк. Президент говорил о транспорте, о инфраструктуре, о развитии туризма, о строительстве, о здравоохранении, об образовании, то есть о всех базовых отраслях, которые будут и уже интегрируются в состав Российской Федерации. И для нас это очень важно, чтобы этот курс сохраняется. Правительство усиленно вместе с нами, вместе с руководством субъектов работает. Поэтому вот эта часть была очень важна для нас.